Рад всех приветствовать на моем канале. Я Андромалик и канал Андромалик Плей. Сегодня у нас, по-моему, 7-я часть прохождения Angry Birds Epic. Если что-то пропустили, есть ссылка на плейлист в описании к этому видео. Поехали. Сегодня у нас, сейчас мы покажу золотую свинью будем убивать, за нее награда. Эта свинья, я так понимаю, каждый день доступна. Ее просто надо быстро убить или что? Наносит 41 урон, написано. И снижает ярость на 30%. То есть тут нельзя будет ярость использовать. Ну, давайте посмотрим. Так, давайте вот так. Для начала мы просто пробафаемся. Все, и теперь посмотрим, что она будет делать. У нее урон никакой, как бы, поэтому можно не бояться ее. Просто так хочу, как бы. А, каждый раз мы бьем, и с нее монеты падают. В этом фишка, наверное. Каждый удар монетка, да, выпадает. Ну, не каждый там через удар. Давайте посмотрим. А, одна золотая выпала, да? Всего лишь одна золотая. Больше не получить здесь. А, вот сейчас же еще награда какая-то. Какие-то томаты у нас тут. Ну ладно, это все ерунда. Сейчас мы как бы уже там должны яйцо освободить. Спасти, вернее. Видите, вот наши яйца, я так понимаю. Одно яйцо у нас тут. Ой, это мы вернулись, да? Это наша база или что это? Ну да, это наша база. У нас одно яйцо, мы сейчас второе должны вернуть, судя по всему. А вот оно здесь, ребята. Поехали. Сейчас освободим. Ну, почти дошли уже. Так, третий левел. Так, мы без щака попробуем. В прошлый раз мне так понравилась бомба. Как-то хорошо быстро проходили с бомбой. Так что я попробую, посмотрим, как у нас с бомбой пойдет. А сейчас, кстати, диспел нужен. У нас диспела не будет. Этот кактус... Давайте тогда заново. А заново нельзя птиц сразу выбирать? А, нельзя, да? Надо выйти на карту. Тогда возвращаемся. Здесь нужен диспел. Здесь лучше, наверное, даже синих птичек взять. Так что... Давайте попробуем синими. Просто у них первый уровень, поэтому я думаю, что... Ну, диспел нужен просто. Потому что он кидает шипы вокруг себя. Такой. И когда его бьешь, получаешь огромное количество урона. Поэтому... А что они дают, если мы их пробафаем? Ага, я понял. Диспелят. Так, и Матильда, давай нам лечение такое. Все. Сейчас посмотрим, что получится. Ну вот, он, например, кинул на того. Мы вначале этой птицей проатакуем, диспелем, и дальше сможем спокойно убивать его. А что он дальше еще будет делать? А, я понял. Надо яд убрать, я убираю яд. Надо было, наверное, бутылку ему выпить. Если у нас вообще бутылки остались. Я думаю, что у нас уже бутылок нет. Так. Надо было Матильде, наверное, лечение на всех кинуть. Так, а мы сейчас сделаем вот так вот. Восстановим все здоровье. Да. И вообще все круто. Так, диспелим этого, а этого убиваем. Ну и все, остался он один, ничего он не сделает нам. Яд убираю, я сразу же. Идем в атаку. Ну ничего он не сделал. Ого! Яд все равно работает, да? Но я должен диспелить его, больше вариантов нет. И кидаю щит тогда. На Матильду теперь, да? Как же лучше тут делать-то? Давай, Матильда, так. Диспелим с тебя. Идем в атаку. У нас просто лечение так не идет. Блин. Ну ничего, мы, наверное, сейчас кактус можем набить. Кактусы будет нормально. Ой, какой кактус, о чем я говорю? А, я просто так играю уже сейчас, просто час ночи.
набить перец, чтобы у нас был супер взрыв, и мы бы спокойно могли все пройти. Так, короче, что делать? Может попытаться его добить? А, я знаю, что сделать. Смотрите, мы можем его оглушить на целый ход таким образом. Сейчас диспел. Мы можем вот так вот, и все, и добиваем его. Все, вообще круто. Хорошо сделал. Ну, победили, но с голубыми птичками как-то опасно, потому что у них очень мало здоровья. Очень мало здоровья у них. В отличие от Матильды той же, потому что они не прокачаны. Я их недавно открыл. А все остальные у нас классы 4 уровня, а он 1 уровня, понимаете? То есть, тут так сделано просто. Ну что, давайте яйцо-то освободим. Я не знаю, чака брать, не брать. Давайте пока так, посмотрим, что дальше. Может быть, бомбу можно взять, если тут диспелить ничего не надо. Ой, сколько тут волн, вот это да. Тут, наверное, чака лучше брать, у нас лечения не будет хватать. Ладно, значит, берем щиты, делаем кого первым. Давайте этого... Ну, пока урон тут легкий, урон ничего такого. ...87. Пока ничего сложного. Я думаю, что там что-то сейчас такое начнется. Реально сложное. Здесь, может быть, через чака лучше играть даже. Реально. Ну, посмотрим, пока я не знаю. Надо отличиться как-то, я не знаю. У нас лечения очень мало стало без чака. Потому что чак постоянно говорит идти в атаку Матильде. А Матильда один раз сейчас атакует и мало восстанавливает здоровье. Из-за этого проблемы. Я думаю, что мы тут не пройдем. Нужен чак. Дальше. Второй уровень. Ой, сколько их. Я вообще без чака не вижу, как мы можем побеждать, честно говоря. Не знаю. Что-то вообще не знаю, вариантов не вижу. Так. Давайте так. Давайте так. Ну и начнем с этого. Ну, здоровье очень быстро заканчивается. У меня есть перец, я сейчас его использую, но все равно быстро здоровье уходит. Давайте посмотрим просто для интереса, сколько у чака здоровья, давайте. У чака 171 максимальное здоровье, а у Матильды 302, видите, какая разница? А здесь 406 вообще. То есть просто нереальная разница. Ну и взрыв сейчас будет большой, да? А, нет, они просто атакуют много раз. Так, здоровье надо восстанавливать. Ну, пока держимся еще, но я чувствую, что дальше будет вообще сложно. Мы благодаря перцу только держимся. Не будет перца, все. Провал будет. Давайте щит еще кинем. Добили. Окей, у нас есть перец. Я жду момент и потом использую перец. Только таким образом мы можем победить кого-то. Без перца тут никак. И именно Матильде надо давать. Так, что эти чуваки дают? Что первый тут? Понятно. 860 у этого, а у этого. Ну, примерно одно и то же. Ладно, давайте перец пока не используем, потому что он у нас уже накоплен. О, вернее, используем сразу. А в следующий раз мы... В следующий раз уже на Матильду кинем. Потому что нам сейчас лечение не надо прям сразу. Так, значит, будет взрыв какой-то, да? И мы к нему готовы.
Ой, надо диспелить это. Сейчас диспелим в первую очередь. Диспел. Ну что, надо атаковать? Нормально. Пока хорошо все. Опять диспел сейчас. Тот как раз каждый ход тратит на это, а мы диспелим. То есть нормально. Этих мы спокойно победим без проблем. Так, Матильду, да, хочет он уничтожить. Значит, мы щит кидаем. Лечение. И давайте, знаете, вот так сделаем. У нас будет дополнительный ход сейчас еще. Вот так, вот так, вот так. Он сейчас мало, наверное, нанесет урона, на самом деле. Ну, нет, все-таки прилично нанес. Он почти добили его. Сейчас он на себя кинет, наверное, электричество это. Да, я диспелю и все. И победа. Хорошо. Еще две волны осталось. Может быть, и пройду, не знаю. Но чувствую, что как бы могут быть проблемы у нас. Так, а это кто такие? Так, это ерунда. Он, кстати, нам сейчас тут очень трудно будет и ярость набрать для перчика нашего. Каждые два хода восстанавливает 326 здоровья. Значит, у этого 385 здоровья, а у этого тоже. Значит, вначале я делаю так. И начинаем этого. Перец у нас готов, кстати. А, нет, уже перца нет, на самом деле. Был и уже нет. Давайте вот так сделаем. Один не будет ничего делать, вот та свинья, так что нормально. Оглушение целый ход, это неплохо. Мне нравится. Так, теперь надо добивать. Так, давай так. Добили. Ай, давай этого. Он сейчас лечить будет, да, видите, он лечит. По-моему, сам себя он лечит. У меня 300 здоровья, мы не нанесем 300 здоровья. Поэтому мы идем на этого. Вот он лечит, да? Лечит он себе, это хорошо, мы этого добьем сейчас. Значит, будет самая сложность в конце только, если с боссом этим. Ну вот он один на один, мы с ним. Никаких проблем, добиваем его. Я ставлю перец на следующий этап, я думаю. Так, у нас аура, это лечение осталось, так что нормально. Так, и вот у нас босс. Небольшая вставка такая. Что он делает? Он ему что-то сделал, силу добавил или что? Пока ничего не происходит. А, не может получить больше 74 урона в атаку. За атаку. То есть это плохо, у нас только Матильда будет его бить, получается. Потому что у всех больше урон. Давай, Матильда, в бой тогда. Ну, смотрите, не будет никакой атаки. А, тут дальше продолжение. Здесь бомбы. Ну, короче, будет как? Будет, наверное, вот примерно у нас вот так-то все выглядеть. Эти атакуют бомбы, а Матильда будет его атаковать. Ну да. Примерно так это будет выглядеть все. То есть вот так, вот так, и Матильда на него идет. То есть Матильда должна его убивать. И время от времени мы будем лечить себя вот таким образом. Бомбы я не трогаю, потому что они сейчас атаковать не могут. Ведь. То есть у нас есть два хода, чтобы их убивать, а Матильда будет тех убивать. Ну вот и все. Уровень несложный, можем пройти спокойно его. Потому что у нас сейчас перец будет накапливаться. Ох, вот это сильный удар у него был. Yeah.
теперь на Матильду. Надо, чтобы Матильда тоже лечение включила. Сейчас, наверное, нам надо их добить. Вот так, потом уже все включать. Так, сейчас Матильду, наверное, на Матильду кину. Ну, не спеша мы добьем его. Долго, конечно, бой будет. Но добьем. Ну, примерно вот так будет все время. А что-то он делает такое, не могу понять. Tit for that. А, больше урона 25% у него. То есть мы можем диспелить вот так. Чтобы у него не было большого урона. Это какие-то маленькие бомбы, у них, по-моему, меньше здоровья. Опять делаем вот так. Ну да, долго, конечно, так. Надоедает уже. Ну а что сделать? Ну, главное, что... Мы точно тут не проиграем, потому что у нас время от времени перец появляется. Благодаря перцу мы можем все здоровье восстанавливать максимально. Так что тут ничего сложного, я уже это вижу. Ну, примерно вот так вот все время будет. Почему-то Матильда всего 12 урона лечит. У него защита какая-то или что? Это хорошо, что он синюю птицу не бьет. Если бы он бил синюю, так это вообще было бы опасно. Сейчас все время красную птицу атакует. Видите, все меньше и меньше здоровья. Ничего сделать не могу. Вот сейчас буду лечить. Ух, практически. Практически уже убивает. Самое главное, мы ничего сделать не можем. А сколько у пяти бомбы взрывают, а? Я не понял, там же всего 2 урона. Я чё, зачем я их убиваю? Мы сейчас не будем их убивать. А у этих больших сколько урон? О, а то этих 45. То есть нет смысла было тех убивать. Я все время неправильно играл. То есть можно было давно уже полегче проходить тут. Ну вот ошибки небольшие были. Вот только большие надо уничтожать. Я уже должен был давно победить, на самом деле. Сейчас лечение кидаю. Вот, пожалуйста, опять. Смотрите, нижняя бомба, всего 2 урона. То есть мы просто берем вот так и вот так. Убиваем большую, а эту мелкую оставляем. И все. И у нас возможность есть время, чтобы, например, щит поставить и прочее. У нас дополнительное время остается. Так, вот эти бомбы надо уничтожать. Так, и вот так. А ты сюда. У нас еще щит действует. Так, эти бомбы можно не трогать, да?
А. А почему красная птица ему урон нанесла? У него ровно 74 урона, что ли? Я что-то не могу понять. У него 75 урона. Но почему-то получается, что у нас все работает. Можно было просто его бить, не обращать внимания на бомбы, что ли, эти. Что-то я не понял. А, я понял, понял. Больше 74 он не может получать урона. Но он всегда столько получает. То есть, понятно, я понял. То есть это его предел. Как, если ты 1000 урона наносишь, то он получит, то есть 74 урона только. То есть надо было его раньше делать, я... Я ошибся, неправильно прочитал описание. Давно надо было его побеждать уже. Ну ладно. Буду знать на будущее, что такая возможность есть. Я просто давно играл, и я помню, что есть такие мобы, по которым вообще урон не идет, если там у тебя больше, чем какой-то урон, например, или меньше определенного урона. Так, ну что мы видим? Они вернули одно яйцо, эти убегают, свиньи. Окей. И одна свинья куда-то упала и разбилась или что? Теперь у нас нету этой свиньи, да? У нас теперь 3 яйца осталось. Нам надо 3 яйца вернуть. Ну и теперь куда нам? Почему эта свинья постоянно убегает? Почему другие свиньи не убегают, а вот эта свинья постоянно, вот та, которая на корабле сейчас улетела, куда-то уплыла. Я так понимаю, что его уже больше не будет на этой, в этой игре? Будет только вот эта свинья? Или та тоже будет? Все. Так, награда 100 серебряных у нас. О, смотрите, скидка 28%. А когда я начинал, скидка была 60 чем-то. Я все равно не могу купить, видите, 90, а у меня 61, 61. То есть они специально хотят, чтобы я задонатил. Они видят, что у тебя больше золота, и уже скидку не предлагают ту, что было раньше. Прикиньте, как все хитро продумано, да? Так, ну что, я вижу, что у нас здесь уровень появился, да? А что еще у нас открылось? Давайте посмотрим. Здесь я ничего не вижу, да? Проходов больше нету. Здесь нужен ключ. А, у нас уже есть ключ этот. Смотрите-ка, мы же его получили. То есть здесь такой же ключ используется. Давайте сюда пройдем, посмотрим, что здесь. А дальше, правда, ключ нужен, но все равно. Поехали. Мы сейчас, наверное, пройдем. Здесь легко вообще. Очень быстро пройдем, я имею в виду. Здесь одна волна, и мы быстренько сейчас с ними разделаемся. Давайте вот так, вот так. Давай с первого начнем, с верхнего. Так, ну урон вообще никакой. 16, 16. Это будет взрыв, или он кого-то призовет? Ага, он просто кого-то атаковать мы будем. Наугад. Ну что, одну свинью мы уже сделали. Сейчас следующую давай. Нет, следующую сейчас не убьем, у них все-таки здоровья много. Так. Но атакуют они, но это не критично. Урон никакой. У нас уже перец установился. Отрегенился, так что давайте сейчас перчиком. Я люблю вот этим давать, потому что оглушение на один ход получается. Вот видите. И он нас сейчас не атакует, например. Так, через ход он атакует, значит, нам надо сейчас защиту включить. Лечение, защиту и вот так. Ну и все, что он сделает нам? 65 урона, ну это вообще ни о чем. Ну и все, победа. Сейчас мы сундук откроем, посмотрим, что там у нас в сундуке. Так, 3 звезды, 44 тысячи очков. Дерево. Ну, дерево нам особо, по-моему, уже не нужно. Не помню, если честно. Ну, посмотрим. А, еще один уровень, да, чтобы открыть сундук. Ну, давайте. Так, ну тут вообще что-то легкое. А, здесь 3 волны. Здесь не так легко, надо готовиться. Здоровье имеется в виду, постоянно восстанавливать перед каждой волной, чтобы полностью с полным здоровьем переходить. У них есть шанс, что они вообще урон не нанесут, видите?
Stumble у них есть. Типа они такие ленивые, что иногда даже урон не наносят. Но это самые слабые свиньи вообще, наверное, в этой игре. Но они вообще никакие. Вот этот с дубинкой еще окей. Он какой-то урон наносит. Но вот эти свиньи, они никакие. Отлично. Надо нам голубым птичкам этим что-нибудь купить. Потому что у них оружие все стандартное. Как бы надо что-нибудь им нормальное найти. Было бы неплохо, да? Сейчас, кстати, тоже свинья проатаковала вот это. И тоже ничего не делала. А, вот смотрите, у него способность написана, что он глупо... Свинья глупо смеется, никакого эффекта нету от этого. Так и написано. Я, смотрите, пробафался перед следующей волной. Мы начинаем эту волну, у нас сейчас будет щит и плюс лечение. То есть, будет легче нам. Так, я вначале мелких тогда. Да, в Перу... А, давайте вот так сделаем. Мы тогда оглушим кого-нибудь. Ну, вот этот оглушен. Оглушен. И практически мы его добили. Так, на Матильду нацеливается большая свинья. Будет супер много урона, я так понимаю. Надо перед тем, как он сейчас ударит, по нему ударить красной птичкой, потому что тогда будет проклятие на нем, он меньше урона нанесет. Хотя, может быть, лучше щит было кинуть. Мне кажется, и так нормально. Смотрите, что произойдет. 169, не так много, нормально. Сойдет. Да, давай так. И сейчас можно снова, например, использовать вот так. И целый ход можно его бить ненаказанно вообще. Он не будет в ответку ничего делать. Вот он стоит, смотрит. И сейчас у нас целый ход, чтобы подготовиться к его атаке на Матильдочку. То есть мы делаем вот так, мы делаем так, и мы его атакуем. Все, смотрим. Было 169 в прошлый раз. Сейчас будет еще меньше. 127, потому что у нас еще щит на этот раз работает. И сейчас он снова то же самое, наверное, делать будет, да? Теперь на другую птицу, окей. Делаем щит и убиваем. Отлично, почти 7-й уровень уже, кстати. Мы сейчас парочку поубиваем здесь, и уже будет уровень новый. Я думаю, что нам стоит сделать вот так, потому что мало здоровья. На всякий пожарный, чтобы перестраховаться. Давайте вот этого, потому что у него мало здоровья. Чтобы в следующий ход добить его. Надо сейчас щит кинуть и лечение. Обновить. А, щит еще будет, лечение нам надо. Так что я сейчас кину лечение. Лечение, этого добиваем. И этого, потому что он будет сейчас атаковать. Чтобы проклятие у него было. Опять Матильда ничего не может поделать, как бы Матильду сильно бьют. Так. Давайте так тогда. Вот этого в первую очередь. Одно здоровье у него буквально осталось. А, есть шанс, что они не проатакуют, а что мне повезло. Так, добиваем. Поехали теперь на эту. Давайте вот так сделаем. 7-й уровень у нас уже, отлично. Диспел сработал какой-то там. Но мы все равно... Надо щит только кинуть. Мы все равно этого должны добить сейчас. В первую очередь. Красную птичку буду бить, окей. Это нормально. Главное, чтобы не Матильду. Это 22 урона. Всего 22 урона. Ну все, победа. Они ничего не сделают. Я сейчас лечение включу, и мы 3 звезды вообще получим. Да. Должны дать 3 звезды по-любому. Да. Вообще круто, 95 тысяч. Тут, наверное, максимально 100 тысяч можно набрать. Или как тут? Сколько тут максимально очков можно? Какой-нибудь рекорд установить по очкам.
Так, ну что? Взяли мы 7 уровень. Нам дали 3 монеты золотых. Увеличилась больше атака и здоровье наших птичек. Ну и открываем награды. 50 серебряных и можно будет потом попить в бою, восстановить здоровье. Чё, дальше нам нужен голубой ключ. У нас его нету, поэтому дальше мы не пройдем. Дальше мы реально не пройдем никак. Ну и что, в следующем видео будем уже дальше начинать путешествие в новом месте, на новой территории, вот сюда, видите, на этот остров пойдем. Здесь мы видим, что тоже голубой ключ нужен, значит, мы где-то его получим. Здесь не видно где, но где-то мы получим. Вот еще, пожалуйста, голубые ворота. И после этого мы можем во все места потом сходить. Но это еще не скоро, видите, какое у нас путешествие долгое будет в будущем. Так что все еще впереди. Тут еще мы прошли, наверное, только 20%, я думаю, игры. Или 25 максимум, 1/4 часть. То есть еще впереди столько всего. Там уже будет все намного сложнее. Ну, тут даже новости можно смотреть, что добавляют они. Ивенты новые какие-то. Так что все тут будет интересно. Все. Надеюсь, вам нравится. Если нравится, ставьте лайк. Посмотрим, сколько же мы наберем лайков. Если лайков будет много, я продолжу делать видосы по этой игре. Ну и все. С вами был Андромалик, канал Андромалик Плей. Не забывайте, что есть группа ВКонтакте, вступайте. И если пропустили видео, есть плейлист, ссылка в описании. Все, пока. С вами был Андромалик. Пока-пока-пока.